Здравствуйте. Привет, девчонки, всем привет. Мы ждем, у нас сегодня прямой эфир, очень интересный, поговорим о женском, о пользе карантина для нас, или как его проводить, вернее, с пользой. Мы ожидаем народную артистку Украины Наталью Валевскую к нам на прямой эфир. Я думаю, что она уже через несколько минуточек присоединится. Угу. Здравствуйте, здравствуйте. Можете вопросики подготовить, здравствуйте. Можете вопросики пока подготовить, может быть, что-то, может быть, вам полезное что-то по подбору, по информации, по подбору солнцезащитных очков. Возможно, есть какие-то вопросы, столкнулись с выбором, что-то непонятно. Мы, кстати, придумали очень крутую услугу. Это «Собери свой лакибокс». Вы заходите на сайт, выбираете модели очков, которые вам нравятся, вам привозят бесконтактной доставкой бесплатной. Спасибо большое. Вы уже успели воспользоваться нашей услугой LuckyBox или заказать себе очки? Очень буду рада за обратную связь, все ли хорошо, все ли получилось при выборе, при примерке. Сейчас я Натулю позову. Угу. Супер, ну я очень рада, что вы остались довольны очками. Мы очень много сейчас работаем в направлении всей команды, креативим, как сделать так, чтобы все, что мы делаем, было полезно для людей в первую очередь, и эта услуга была действительно с вау-эффектом. Так, ждем Наталью. Скоро-скоро к нам уже присоединиться. Можно ваши вопросики, если есть сейчас? Здравствуйте, Алла. Сейчас буду вызывать Натулю уже сама. Добрый день. Здравствуйте. Олег, здравствуйте. И Муля, привет. Мирославочка, здравствуй. Спасибо большое, что присоединились. Так, я тут такой еще великий техник. Пытаюсь понять, как Натулю подключить. Анна, здравствуйте. Привет! Привет, Наталочка, привет! Привет!
Как дела? Класс! Ой, чудово! Все прекрасно, Танечка. Все хорошо, слава богу. Сидим, как и все, на карантине. Вот. Ага. Так, сколько у нас зрителей, вижу, присоединяются. Мы анонсировали несколько дней, что, ой, что у нас сегодня прямой эфир с Танечкой. Слушай, у меня нету, я не понимаю, как такие классные фильтрики поставить. Это как с А техникой там на вы. Ну, смотри, сейчас что-то придумаю. да, Танечка, смотри, Ага. там в правом уголочке смайлик такой красивый, смайлик со звездочками. И Ага, там можно да. настроить. Все. Все, теперь смотри. Смотри, какое классное. У меня сразу беленькое лицо становится. Я уже давно, кстати, не выходила в прямой эфир, смотрю столько, боже, фильтров море новых всяких разных появилось, класс. Да, но, Наталья, у нас тема заявленная сегодня, как проводить карантин с пользой. Расскажи, пожалуйста, я думаю, что всем девушкам особенно интересно, да, как народная артистка Украины Наталья Малевская проводит карантин с пользой. Что нового для себя открыла за это время, да, на что нашлось, знаешь, как бы многие люди говорят о том, что не было времени на много вещей разных, а сейчас как раз появилось, освободилось время на то, что не хватало давно-давным. Поделись с нами, что получилось воплотить в жизнь, что не получалось воплотить раньше. Во-первых, я хочу всех поприветствовать, всех, кто сейчас в эфире, всех, кто присоединяется. У нас эфир планируется до которого часа, Танечка? Я думаю, что минут 40-60, до 16, да, где-то так Да, вот. отлично. Я тут настрою еще Facebook, чтобы зрители Facebook тоже могли смотреть наш эфир с тобой. Супер. Как мы тут, ой, все, прихорошились. Я настроила тут специальный штативчик и буду с удовольствием, чтобы все узнали об этом, о том, как мы с тобой проводим карантин. Потому что я готовилась, честно скажу, даже немножко нервничаю в какой-то степени почему-то. Я Всем привет, каждый раз, привет, когда товарищи. начинаю эфир, я тебя очень сильно понимаю, да, потому что я тоже стараюсь готовиться, как ответственный человек, и каждый раз чуть-чуть тоже нервничаю. Нервничаешь, да? Да. Ну, надо попить водички в первую очередь. Давайте, я за ваше здоровье и за свое здоровье, за здоровье Я с чаем. всех, кто нас смотрит, всех, кто вас знает, всех, кто вас любит. Я пью, мы с Танюшей, Таня, чай, я водичку за ваше здоровье, чтобы мы все вышли с этого карантина здоровыми, полны сил, ура! 100%, да. Самое важное, как казалось, здоровье и близкие люди, да? Да. В общем, прямой эфир у нас посвящен совместно с Танечкой, основательницей компании бренда Lucky Look, которая в Украине занимается производством аксессуаров, если я правильно тебя представляю. Вот. Которая является создателем бренда Lucky Look. Lucky Look — это профессиональный подбор солнцезащитных очков и головных уборов. Да. Все, спасибо. Я подтверждаю, что этот бренд я узнала еще до знакомства с Таней и покупала себе шляпу, потому что я очень люблю шляпы. А в Lucky Luke они фэшн, а какие там шашу, какие парео, бомба просто. Вот если ты хочешь как-то подчеркнуть свою индивидуальность, то это не только белая must-have футболка или рубашка, но любой аксессуар Lucky Luke делает тебя просто, выделяет из толпы, и ты можешь одним аксессуаром и изменить, скажем так, дресс-код и пойти на вечеринку. Вот просто за вот, ну, одна деталь. Так, короче, это я вам говорю не на правах рекламы, а на правах поклонницы этого бренда нашего украинского. Чем я занимаюсь? Значит, первое, я прочитала, я же хожу на психологию и пытаюсь в себе разобраться. Для меня очень важно, как вот до карантинном вот этом режиме бешеном, Ага. ну, оставаться здоровой, первое, важно, да, оставаться спокойной, понимать, что вообще происходит. Иногда кукушка съезжает от количества дел, но это не сейчас, а до карантина, скажем так.
Как только наступил карантин, дел перестало быть. То есть появились домашние дела, естественно. Они всегда были, есть и будут. Какие-то цикличные вещи. Но я думаю, боже мой, что же делать? Спать до обеда или что? Чем заняться? То есть разрыв шаблона. У меня обычно отдых — это один день недели и то половинка дня. Я уверена, у тебя, как у бизнес-вумен, точно так же. Остальную половинку дня ты обязательно... Что-то надо делать! Да, сложно было остановиться. А тут остановили всех, и ты думаешь, господи, ты ж такой живчик, ты ж такая экспрессия, ты ж такой энергайзер, что делать-то на карантине? Ну, понятно, что учитывая то, что есть внутренний такой стержень, и Бог так нас создал, что мы все время должны творить, мы творцы, точно так же по подобию нашего Господа, я буду говорить более такими глобальными вещами, как я это вижу и чувствую, да, и понимаю. Вы можете не соглашаться, не соглашаться, принимать или не принимать мое видение мира. Так вот, я видела на страничке моей любимой психолога, которая тоже является моим психологом, Наташа Светлейшая, очень красивая фамилия, как для психолога. А вот, женский клуб совершенства, что там, что нужно обязательно прописать план дня. Очень важно прописать план дня, который ты будешь следовать. У меня прописан, я думаю, так, хорошо, хорошая идея, попробую. Я внедрила, я вот прописала на обычной бумажке, тут даже мой муж уже ягодку положил. Вот, я вот такой мой план дня, который состоит подробный, пошаговый подъем после первого звонка будильника. 8:01, например, благодарность Всевышнему за еще один день. 8:02, подумать, что я себе приятного сделаю, выбрать из списка. Вот у меня список, 333 пункта, что я себе приятного сегодня сделаю. Классно. На скольких пунктах удается остановиться, Наташа? Ну, я вот, например, пока чищу зубы, я могу взором, знаешь, бросить взор на этот, ну, странички пролистать и выбрать то, что вот сегодня вот вибрирует, то, что сегодня вот прям по кайфу хочется сделать. То, например, ревизия своих украшений и бижутерии. Ну, это я девочка, а мальчики могут перебирать, извините, носочки и галстучки, да, то есть, ну, как бы... Извините, что я мужчин называю мальчики, а женщин девочками, но у меня как-то так все. Ну, конечно, но... Вот, подробный план. Потом, чем я ставлю чайник, пока, ну, чтобы зубы я потом буду чистить, пока буду чистить зубы, там я прыгаю прыжки лимфодренажные, 100 штук, подсмотрела у своей знакомой прекрасной. Включаю утреннюю молитву. Вот у меня так начинается день. Одеваю, потом заканчиваю умывание и одеваю спортивную одежду и иду на кухню пить 2 чашки теплой воды с лимоном. И обязательно у меня внутренняя гиалуроновая кислота я принимаю, чтобы оставаться красивой вне зависимости от того, что есть карантин, нет карантина. Мы должны всегда выглядеть, тем более на пороге 39 лет. Дальше. Иду к окну, вдыхаю мое доброе утро и здоровое... Извините, тут у меня будильник сработал, я прошу прощения. Дальше. Ну, вот, короче говоря, занимаюсь всякими делами по работе, тоже что-то делаю в отдельном порядке. Я себе составила тоже такой список. Я делаю обязательно каждый день физкультуру. Вот каждый день физкультура. Если я чувствую плохо себя, то я делаю цигун. Это дыхательная практика, которая тоже помогает. То есть, если ты не можешь там отжиматься, еще что-то делать, я делаю цигун. Да, вот делаем паузу. И я теперь хочу спросить тебя, что ты сейчас делаешь? И я вижу кресло у тебя такое светлое, очень похоже на кресло босса. У меня, я дома нахожусь, а ты где? А, знаешь, у меня второй дом — это моя работа. Поэтому я нахожусь на данный момент в своем кабинете. Дома у меня нет рабочего кабинета, я очень сильно разделяю пространство. Дома я отдыхаю, на работе я работаю. На кухне я кушаю.
с вами я сплю. Вот, поэтому для меня очень важно создание обстановки, да, если я работаю, то на работе обязательно должна быть рабочая обстановка, безусловно, музыка. В общем, Наташ, мы с тобой поговорили о том, что очень важно как бы все равно подниматься рано, да, все-таки, поскольку да. ты встаешь, да, то есть если мы, давай дадим какие-то рекомендации нашим зрителям, ага. первое, то есть я тоже, я рано поднимаюсь, да. Второе, обязательно делать физические нагрузки. Да, да, обязательно да, благодарить мир, Вселенную, Бога, да, да. За новый да, день. Мы забываем да. просто, мы это не делаем, мы зациклены на себе и на своем эмоциональном состоянии. А вот это первое, что надо сделать. Слава Богу, я проснулся. Я да, ну, на самом деле, да. Вот. И я поделюсь еще, что я делала. Я обязательно тоже я рано просыпаюсь, я делаю медитацию и занимаюсь физическими нагрузками, когда чуть-чуть интенсивнее, когда слабее, но практически каждый день. И очень важно для меня это контрастный душ. Вау! Да, контрастный душ, но не прям вот, вот вся-вся-вся, да, а область щиколотки и область шеи. То есть она очень хорошо бодрит и прям очень хорошо убирает все ненужное. Поэтому как бы вот такие. И обязательно, да, то есть очень важные инструменты, я уже об этом сказала, это план на день. То есть обязательно. У меня все дни распланированы. Я нахожусь на карантине, безусловно, так как бы я изолирована от людей. Но я много работаю, мы перевели работу компании на дистанционную работу, то есть команда поменяла, многие поменяли свои квалификации, быстро пришлось обучиться новым абсолютно навыкам. И действуем мы очень быстро и сплоченно, разрабатываем новые продукты для наших покупателей. Наконец-то, если мы говорим обо мне, я в этом чуть дальше продолжу, потому что хочу там еще послушать тебя, что ты, может быть, выучила какой-то новый язык за карантин или что. Мы занимаемся сейчас e-commerce и развитием интернет-маркетинга. Вот, конечно, я думала, что это будет очень быстро все, и вот прям только продукт на сайт загрузили, и все, по продаже уже пошли. Вот, но на самом деле, как бы, очень, очень радует, что только мы дали там тестовую рекламу, очень много наших покупателей нас обрадовали, что мы есть в интернет-пространстве, и что нас помнят и как бы возвращаются к нам, выбирают нас. Но это такая только начало пути, есть еще что учить, изучать и над чем работать. Вот. Скажи просто, если вот так вот по пунктикам, что у тебя получилось там сделать, ну, план дня, понятно, у нас есть, да, тренировки, то есть у нас они есть в ежедневной жизни обязательно. Может быть, там через день. А что вот такого там, может быть, книжку какую-то прочитала, может быть, ты да, может быть, так как бы язык какой-то начала учить, может быть, так какие-то курсы прошла. Вот что с таких моментов получилось сделать? Конечно, да. Конечно, не прошла курсы. И, конечно, прочитала книги и не одну. У меня здесь вообще зона для чтений и щедрость причина богатства. Так, и этикет селеко. У меня тут море книг. Это зона, где я читаю как раз. Пинтасевича, «Бегущая с волками», «Богатей путь мастера», короче говоря, но... Ты, ты это уже все прочитала или читаешь какие-то книги одновременно? Танечка, я читаю одновременно несколько книг, потому как это моя такая близнецовая натура, что я, мне сложно очень сфокусироваться на одном, но я этим тоже занимаюсь. Одна из ключевых книг, которые я хотела бы выделить, это книга «Магия утра». Mm-hmm. Вот я ее... Некоторые книжки я уже прочла, и я их читаю по второму кругу, по третьему кругу. И для себя теперь новую систему выработала. Это то, что у меня здесь карандашик простой. Вот прямо все вот так вот, как есть. И я сразу записываю идею, либо помечаю на полях страницы. Короче, замороченная женщина. Но это же правильно. Мы когда читаем книжку, нужно делать вытяжку с этой книжки для того, чтобы ну, она лучше усвоилась. И желательно, ты знаешь, что кому-то еще рассказать эту вытяжку. Для того, чтобы это все тебе село нормально. Да, и я думаю, что я кину... Ой, вот, Очеретянцев, если я правильно назвала вашу фамилию.
«Магия утра» очень полезно организовывает очень. Так вот, я полностью с вами согласна, с вашим комментарием, спасибо за него. И всем спасибо, что, кто нас смотрит, и спасибо Танечке за этот вопрос. Обычно задают вопрос, с кем ты спишь, там, или еще какие-то вещи, которые больше интересуют людей. Сегодня на сегодняшний день Бог нас ввел в такие обстоятельства, что все вот эти вот сплетни, ерунда вот эта вся, она ушла вообще на сотый план, и мы действительно сосредоточились на созидании, на творении. И вот эта книга «Магия утра», она, скажем так, стала моим спутником на месяц. Вот каждый день я вникала, внедряла. И то, как я, вот, например, построила сам план дня вот, по совету этого психолога, я уже строила его, исходя из рекомендаций в книге «Магия утра», в которой входит обязательно и 5 новых привычек. Какие-то я делала, какие-то пропускала. То есть физкультура — это полюбе, просыпаться рано — это да. Да, просыпаться, ребята, очень важно. Просыпаться рано сейчас в этот период, очень важно просыпаться рано для того, чтобы не заболеть. То есть вот возьмите, коротко, это, если рассказывать, это будет очень долго, почему это важно делать, но если вы хотите быть здоровым, очень важно просыпаться рано, чтобы вас не засосала опасная дрезина. Потом дальше это медитация. 5 минут. Читал, рекомендую. Олег, боже мой, посмотрите, сколько просвещенных личностей в эфире, Таня. Рекомендую, не то слово. Я уже порассылала всем, потому что я под эмоциями, под впечатлением от этой книги. И медитация я выбираю коротко, 5 минут. Я ложусь, и у меня там, я нахожу в Ютубе 5 минут медитации. Очень классно. Выбираю себе, например, настрой на день, или позитивная настройка, или баланс внутренний. Или же там еще какие-то вещи. То есть, ну, выбираешь, исходя из того, что тебе надо на сегодня. Потом визуализация. То есть я сделала коллаж себе, исходя из моих желаний, глобалити. И каждый день под музычку такую воодушевляющую, там Сара Брайтман там поет, и вот я пересматриваю все вот эти вот картиночки, которые вот я хочу, чтобы у меня в жизни это материализовалось. Аффирмации, слушай, аффирмации и благодарности. Пока я пью водичку, у меня включена аффирмация. В Ютубе очень много классных аффирмаций, которые Луизы Хей, например. Mm-hmm. Я ее очень люблю. Вот там правильные такие аффирмации у нее. Пока на степ перехожу, аффирмации тоже параллельно звучат. И потом дальше чтение. Вот это тоже входит в 5 привычек. В календаре у меня в обязательном порядке введено вот эти вот... Что такое календарь? Это есть такое «Твое время» приложение у меня в мобилке. И у меня там вот эти вот привычки полезны. Я ставлю галочку, если я сегодня ее сделала, выполнила, ставлю галочку и хвалю себя, глажу. Боже, Наташа, какая же ты молодец. Ты потом помедитировала, почитала, по-то-то-то-то-то. Ну и понятно, что ты коротко, быстро это сделала, за 1,5 часа все эти выполнила штуки. План дня, потом это тоже входит в эти привычки. План дня, то, что мы с тобой делаем. Но это не каждый день, а делать надо, ну сколько там, ты себе сам строишь, ты 5 дней в неделю это планируешь и делаешь эти привычки, или 7 дней, или 6. Я, например, 6 дней в неделю вот это все выполняю. Мне так комфортно. Один день просто отдыхаю без всех этих обязательств. Все равно хочется. Да, а скажи, пожалуйста, может быть, родились какие-то новые песни, музыка? Как, может, какой-то ты планируешь провести там прямой эфир со своим исполнением для своих подписчиков? Какие новые проекты за это время родились? Я написала слова к песне, которая у меня была приурочена Новому году, поскольку у нас планировался тур, вот как раз вот сейчас должен был быть тур, но по понятным причинам он будет перенесен. И я думаю, блин, классно было бы эту песню внести в юбилейную программу, потому что 15 лет творчества, и как раз я напишу. Она очень веселая, и я понимаю, что после всех событий, после того, как вот все эмоционально, так скажем, подсели, да,
хочется, чтобы люди воспряли. Это то, что у меня там в период, в момент вдохновения я пришли слова, я их быстренько записала и внедрю в своем, и в своих юбилейных концертах в туре. Ну и, безусловно, планирую сделать прямой эфир с концертом. И будет еще такой сюрприз неожиданный. Это тоже мне пришло сейчас. Я решила это сделать, я решила выпустить альбом. Вот. И просто мы накопили уже материал и решили, что сколько надо его выпускать. Надо делать, да. А теперь, да, а теперь я хочу задать вопрос, что новенького в Lucky Look? Вот весна пришла, и мы все ждем новинок. В Lucky Look новая коллекция, безусловно, в Lucky Look новая коллекция, мы очень постарались с командой, создали крутую коллекцию, создали очень крутой ценник для того, чтобы люди могли позволить себе быть разными, потому что очки — это элемент гардероба, который, там, допустим, я сейчас покажу, вот смотри, вот мои очки имиджевые, вот смотри, раз, и все. Я уже другая. Да. Я уже другая, да, то есть это сейчас очень, очень актуально. Безусловно, мы создали крутую коллекцию, которая соответствует самым последним трендам, самым последним тенденциям. И очень жаль, что не работают офлайн для того, чтобы люди могли... Очки — это такой аксессуар, который нужно мерить, и большинство людей хотят прийти померить его, потому что главная история у нас — это посадка на носу. Вот, и здравствуйте, всем привет, ребят. Самое главное, чтобы очки сидели комфортно на носу, и, к сожалению, мы там легче выбираем обувь или размер футболки, там, СКМ-ка, Элька, может быть, после уже карантина. Такое тоже может быть. Вот, но или там размер ноги 39-40, выбрали, купили, и все классно. Очки по размеру сложнее выбрать. Но мы сейчас создали два крутых продукта, две крутые услуги. Первый продукт – это консультация онлайн. Нам часто пишут, клиенты заходят на сайт, выбирают очки или присылают фотографии в очках своих или без очков. Мы можем там по фотографии, знаешь, как гадалка по фотографии, гадая, так мы выбираем защитные очки. На данный момент имеем очень много позитивных, ну как много, сколько там сделали заказов, мы недавно же в онлайне работаем, но как бы все, кому мы отправили, написали позитивные очень отклики о том, что действительно очень профессионально сработано, несмотря на то, что это дистанционный подбор. Но и второй продукт, который мы предлагаем нашим покупателям, это такой шопинг настоящий, но шопинг, который идет к вам. Представляешь, вот ты сидишь дома, зашла на сайт, собрала себе там 12 или больше моделей солнцезащитных очков и пришла, создала свой Lucky Box, и тебе приехал твой Lucky Box на примерку, и на самом деле ты сидишь дома и делаешь там, вот мы недавно с Аней Добрый, твоей коллегой по цеху, тоже, то есть она заказывала такой бокс, тоже является нашей постоянной клиенткой и хорошим другом бренда, и моей подружкой, и мы с ней вот прям покайфовали, почувствовали, потому что это как на сайте в основном. Ты заказываешь одну позицию, все, тебе нужно ее оплатить или там одну, и все. Ну, подошла, не подошла, это такое дело уже. А если мы говорим о Lucky Box, то есть это такой шопинг. Ты можешь вот так взять и такие померить очки, и такие. То есть это, ну, все равно для девушек это очень важно, очень значимо там позаниматься шопингом, зырингом, я тоже называю. Иногда хочется просто пойти посмотреть много вещей, зыринг, есть такое понимание. Вот. Не обязательно что-то купить, но вот вдохновиться — это такая женская штука, женская энергия. Я думаю, что многие парни тоже, если есть парни, которые любят шопинг, дайте знать, поставьте плюсик. Вот. И, ребят, дайте знать, пожалуйста, у меня такой вопрос к вам. Насколько быстро вы выбираете солнцезащитные очки? Добрый день. Здравствуйте. Да. Нюша присоединилась к нам, Одесская область. Кстати, Влад, ребята, вообще напишите, кто откуда, пожалуйста. Хорошо ли нас слышно? Напишите, кто откуда. Носите ли вы очки? Напишите два плюсика. Например, если вы носите очки, люблю вас. Да, супер.
Напишите, пожалуйста. Вот. И в целом, как бы, есть вот такие два классных продукта, есть крутая коллекция. Давай, можем тебе организовать тоже такой Lucky Box, потому что я знаю, сколько у тебя пару очков Lucky Look есть, Наташа? Ой, Lucky Look, наверное, 5, 6, 7, наверное, где-то так. Одни у меня украли. Ну, да, наверное, что? Я думаю, я не буду называть это украли, но... Видимо, кому-то очень понравилось. И я уже не раз смотрю, что люди, когда видят... у меня очень много разных очков. Есть и Джона Гальяна, вообще капсульная коллекция Limited. То есть вообще там какая-то она там позолочена, ля-ля-ля-ля-ля. Я их не ношу. Вот они как просто как музеи у меня лежат. Я ношу только Lucky Look, потому что это очень легко, комфортно, удобно. И действительно... Миргород, привет! Привет всем! Очень удобно. От Lucky Look у меня где-то, да, 7 очков. И одни мои такие фавориты прошлого лета кто-то у меня умыкнул. Вот. И часто просят сфотаться, часто просят, ну, чтобы я дала сфотографироваться в очках Lucky Look. Сейчас берите, но возьмите, зайдите на сайт и купите, чтобы вы кайфанули вообще, чтобы это была часть вашего гардероба. Серега Чайка, откуда вы родом? Все, пожалуйста, напишите, откуда вы сейчас, вернее, сейчас где вы находитесь? И любите ли вы очки? Напишите, любите ли вы очки? Вот. И я бы очень хотела, чтобы у меня появился Lucky Box, да. Я хочу выбрать, посмотреть, как вообще эта процедура проходит, и показать другим. Да, смотри, я сейчас, я набросала здесь кое-какие модели, да, но, да, кое-какие модели для тебя, но я думаю, что ты все-таки зайдешь уже на сайт и посмотришь от себя, потому что я знаю, что у тебя много, очень много очков Lucky Look и в металлической оправе, и классические, и вообще такие фэшн, sci-fi, то есть, и прям есть у тебя лимитированная коллекция Lucky Look, я точно знаю, что ты выбирала очки, которые только они единственные в своем лице были, потому что они были с сэмплов, и потом как бы мы не дозаказывали их больше в количестве, поэтому как бы ты обладаешь действительно уникальной такой, наверное, если бы сделать подборку на самом защитных очков, то они будут у тебя такие классные. Знаете, смотри, Наташа, давай ты скажешь о своих желаниях, то есть что бы хотелось. Ой, линзы носить не хочу, я хочу... А, ношу почти 30 лет. Ага. Серёж, спасибо вам, ребят, за комментарии, спасибо, что вы там прописывали, кто откуда, и что вам нравятся очки. Я не знаю, или в Lucky Look подбирают оправы для линз, для исправления зрения, я вот это, кстати, не знаю. Да, нет, у нас же у нас есть очки с фотохромными линзами, это очень классная... В народе их называют очки-хамелеоны, когда мы хотим, когда плохое зрение, вот, и нужно видеть всегда хорошо. Фотохромная линза – это когда в помещении очки светлые, когда выходят на улицу, они темнеют, но они темнеют не так сильно, чтобы не видеть ничего. Да, а они темнеют как раз так, да, допустимо, чтобы было комфортно глазам. Поэтому, может быть, есть оправы, но очков для зрения у нас точно нет. У нас больше не о медицине. Естественно, у нас все линзы, они сделаны с оптического полимера премиум-класса. Такой материал используется в диоптрии, в изготовлении очков для зрения. Вот, но мы не ставим линзы для зрения. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, твои пожелания, какие у тебя пожелания есть для этого сезона по солнцезащитным очкам? Я все-таки, исходя из того, что зима вся была теплая и достаточно солнечная, сейчас весна у нас тоже, ну, прям радует. Это то, что нас сейчас прямо очень сильно радует, я думаю, вас тоже. И очень яркое солнце, оно очень активное. И поэтому я при выборе очков, вот у меня есть фавориты, у меня есть такие очки от Lucky Look, беленькая сверху. Да, да, да. Как у Оли, да, Оля Смитай тоже их выбрала для себя, я видела. Да, я да, их и выбирала в прошлом году те, которые у меня умыкнули, это зеркальные
напылением. Они очень интересной формы какой-то были, как шестигранная или как-то там, не знаю, неинтересно. То есть те, которые бы хорошенечко защищали от вот этого яркого солнечного света. Боже, спасибо большое за то, что вы пишете комментарии. То есть наш станет тучу прямые эфиры, мы говорим про зараз про аксессуары и про мои подобания. Вот, поэтому это что-то для вот такого яркого. Значит, смотри, в этом году очень актуальна модель очки гранды. Очки гранды — это большие, объемные, крупные оправы. Они могут быть, вот смотри, вот в такого плана безоправные практически. Вот они смотрятся так. Но они действительно классно закрывают. Я неправильно выставила эту... Зашел к телефону, и чуть-чуть некомфортно. Но ничего, я уже... закончу наш эфир. Вот. И они как раз закрывают все плотненько. Вот, мне кажется, что такие тебе классно подойдут. И я их тебе сформирую в Lucky Box. Да? И такие же есть с темной прям линзой третьей категории защиты от солнышка. То есть третья категория защиты — это активное солнце. Это уже ну, в нашем... В этом сезоне у бассейна можно загорать. Я думаю, что воздушное пространство точно не откроют, но бассейн точно произойдет со всеми. Вот, как минимум, или какая-то речка где-то точно будет. Вот это очки на речку. Вот, потому что третья категория защиты от солнца, такая сплошная линза, они рекомендованы на активное солнышко. Дальше. Значит, что касается больших крупных оправ, еще я взяла вот такую... Вот такие очки тебе показать. Это... Класс! Это ретро, под ретро, да? Это очки тоже, очки гранды. Что такое очки гранды? В данном случае мы видим, что здесь оправа сама очень широкая, да, то есть это такая вот прям... здесь очень интересная линза, прям такая она... серо-розовая, прям очень... Прям очень-очень-очень красиво, очень классно. И такие вот очки гранды я тоже рекомендую. Здесь третья категория защиты от солнышка. И они классные в режиме города, в режиме отдыха, но на отдых все-таки рекомендованнее линза сплошная. Вот, это что касается такой fashion-non-fashion. Очень актуально тоже могу тебе предложить вот такую штуку, как очки геометрии. Видишь, вот они такие шестигранненькие. Ну, вот у меня были вот такие, как зеркальные только, вот подобного плана, да. Вот, но без оправы, они были как сплошными стеклами, да. Очень красиво. Да, то есть получается да. вот такая вот история. Потом еще можно там вот так вот прям... Ага, что-то можно еще с тоже актуальные круглые такие очки. Dragonfly, как вы знаете, как черепашка. Вот. Красиво, такие да. Нравятся тебе брать такие? Думаю, да, очень красиво. У меня, помнишь, в прошлом году были тоже такие круглые с золотой правой, у меня есть Lucky Look. Ага. И, по-моему, коричневая линза, если я не ошибаюсь, потому что надо сходить, надо было взять. Ага. Значит, смотри, с такого вот еще прям моднявого, интересного, смотри, какая права. Да, белая, я знаю, что это более как они, как имиджевые и для пасмурной, хотя... Нет, это для города, для режима города на нашу погоду вообще очень же хорошо. Здесь вот их классно сочетать с чем-то бежевым, потому что здесь, ну, цветопередача, видишь, все равно меняется, а вообще это, ну, такая бежевая оправа. Очень классно. Угу. Так, идет, это невозможно. Вот ты что не оденешь? Так я же сама все создаю. Конечно, но мне Бог как бы Бог наградил носом, на который садятся идеальные очки. Вот. И я могу благодаря там, своему мерилу подобрать очки для всех своих клиентов, вот, для всех людей. Поэтому вот весь секрет. Каждый должен заниматься своим делом. Ты круто поешь, да? Я классно выбираю очки даже там, дистанционно по фотографии. Я думаю, что эти тебе тоже очень круто будут. Еще самое, смотри, какой они есть оправе. То есть да, это очки... Очень красиво. Угу. Это мне очень нравится. Прямо они такие крутые-крутые, да. Дальше смотри. Есть еще
Вот эта модель тоже моя любимая. Смотри, какой цвет линзы здесь, цвет оправы крутой, такой чуть-чуть. А они как... Ага, это чуть-чуть animal. Это такая очень черепашка. Это класс. Такая, чуть-чуть черепашка, смотри, тоже они закроют тебя вообще от всего. А сейчас очень актуально, допустим, в прошлом году было актуально там модели такие, больше в металлическое оправе. Сейчас очень актуальны модели в такие громоздкие, большие и в роговое оправе. Это как тренд. Вот. Следующие очки, которые я бы тоже себе рекомендовала, смотри, это вот такие градиент цветной. Да, классные. Кстати, в них очень хорошо ходить и в помещении, да, находиться. Какие да, как раз вот такие очки как раз актуальны в тему коронавируса, да, потому что сейчас рекомендовано врачами защищать глаза, вернее, слизистую оболочку глаз от попадания коронавируса, поэтому такие очки некомфортны в помещении, потому что за счет градиента, здесь вторая категория защиты от солнца, очень удобно находиться как раз на солнышке и заходить в помещение. Точно не перепутаете, вместо кабачков не возьмете помидоры или наоборот. Потому что если в супермаркет зайти в таких очках, потому что большинство людей уже одевают то, что есть, я зашла однажды в магазин и смотрю, все ходят в темных вот таких очках. Вот. В таких очках в помещении, вот я сейчас смотрю на помещение, то есть можно не найти выход, да, или взять испорченный какой-то продукт. Поэтому таких очках уехать, моя... Уехать чужой тележкой, я думаю, что главное, чтобы не с чужой женщиной, не с чужой машиной. Это можно перепутать. Знаешь, как мне девочка одна рассказывала, говорит, давай ты, говорю, за мной поедешь. Я говорю, ты знаешь, нет, давай я, говорит, лучше я поеду сама по навигатору, потому что я однажды ехала за мужем, говорит, своим, думала, что я еду за мужем, а он мне звонит, говорит, Зая, ты где? Говорит, оказалось, что я еду уже непонятно куда, уже за другим мужчиной. Поэтому такая штука. Или с чужим мужем. Ну, Юля тоже, ну, не знаю, у меня такого не было. Вот, но я думаю, что как бы разное в жизни бывает, да. У меня, например, было пару раз, когда я открывала дверь чужой машины. Поняли? Да, вот, ну, выходила там, я не помню, то ли из магазина, то ли еще. Искала машину глазами, такая, о, думаю, так, вот это наша машина. Открываю смело так, и уже на бой, знаешь, одна нога уже залезла, смотрю, вот там мужчина сидит. Ну да, да, есть такие курьезы на самом деле. Вот, поэтому как бы еще... Одевайте имиджевые очки с градиента правой, ой, градиент с стеклом, да? Либо да, с градиентной линзой, с маленькой категорией защиты. Или, допустим, вот как для девочки розовая линза. То есть я люблю говорить, что такая линза, она убирает. Здравствуйте, Владислав. Спасибо, что присоединились. Такая линза для девочки, это вообще находка, потому что убирает всю отрицательную информацию абсолютно. Одели розовые очки, все, сразу фильтрики сработали, сепарировалась информация, что нужно оставить, в голове, а что не брать тяжелого в голову. А еще я хотела сказать, что как бы, о правилах посадки еще чуть-чуть сказать, ребят, кто нас слушает, да, то есть очень важно вот не носить очки вот здесь, на сейчас я их правильно одену. Вот, очень важно не носить очки вот так вот, потому что такая носка очков, она деформирует носовую часть, и потом он будет кривой, это будет некрасиво. Вот, поэтому очень важно правильно садить очки на переносицу, вот, и носить их четко на переносице. И если мы говорим еще о правилах посадки, то очки должны повторять линию брови, это очень правильно. Очень часто задают такой вопрос, как правильно должны сидеть очки. Они должны сидеть по линии брови, по линии скулы, очки должны сидеть правильно на переносице, не касаться щек. И самое главное, подходить по цветотипу, по тон лица, по цвет волос, для того, чтобы как бы, это все было очень комфортно и гармонично. Вот. Так что, Наталья, я думаю, что вот с того, что я тебе предложила, я тебе покладу в лаки-бокс,
и можно что-то такое вот хайповое еще. Да, я люблю такое очень. Ага, синие, да, они как от синим отливают. Угу. Привет, да. Лушта уже присоединилась у нас. Очень рада, что все вы смотрите, это классно. Смотрите, какие есть очки. Ну, пока вот Таня показывает, демонстрирует, естественно, женские. Вау, красиво, красиво. Всё, а сейчас я вам показала, как очки меняют образ, и как мы становимся моментально строгими женщинами, одевая очки и ниже. Сразу приводишь на встречу, и создается впечатление, что эта девушка точно настроена серьезно. Вот. А когда ты приходишь на встречу в розовых очках, то тут можно уже подумать, что, блин, что-то пошло не так. Например, вот в таких вот серьезных розовых очках. Как тебе такая оправа, Наташа? Мне очень нравится. Прямо вообще очень нравится. Ну, действительно, с помощью вот аксессуаров можно создать некий образ, и даже не имея некоторых качеств в характере, создать их с помощью вот очков, да. В данном конкретном случае от Lucky Look. Нравится. Всё, всем нравится, я рада. Я рада, ребят. Вы так помните... Ребят, какие там, может, вопросы есть, ребят, какие-то на тему? Сейчас попробую отодвинуть. Может, есть какие-то вопросы? Вопросы, да, к нам. Угу. Спасибо большое. Напишите нам, какие вы хотели бы очки себе, ребят. Может, цветное право, или это имиджевое, прозрачное право, которых у вас, в принципе, никогда не было, но вы хотели попробовать. А хотели бы ли вы заказать себе Lucky Box домой? Потому что для меня это тоже новинка. И сейчас торговый центр, вы знаете, что все закрыты, но основатель бренда Lucky Look Татьяна Туча и команда придумали вот шопинг выездной фактически, что вы экономите время и в том числе и остаетесь в безопасности, потому что все обрабатывается. Я знаю, что у вас вы следите, бдите очень за этим всем. Я очень жду, не дожду, когда уже Lucky Box приедет посмотреть, что-то новое выбрать, порадовать себя. Ну, супер. Хорошо, Анатолий, я смотрю, что нет вопросов у нас. То есть, как бы, и спасибо, поэтому мы будем потихонечку завершаться, да, как бы ты там доделаешь. Я на свое усмотрение тебе сложу в бокс то, что я понимаю, что тебе точно подойдет. А ты тогда... Возьми мне, пожалуйста, какие-то вот такие зеркальные, если у вас есть, если в этом сезоне есть такие. Вот, есть. Как у меня были вот такие зеркальные плана, тоже они очень хорошо... Ну, прям зеркальные, вот такие только зеркало, которое прям... Сейчас, чик. Великий техник на связи. Зеркало, которое вот здесь покрытие, ну, оно такое металлическое, металлик, да? Да. Да. Они были как... Ну, я не знаю, ли у вас есть, они были как вот такого вот плана, как у меня Dior, вот они такие прям, такие, такое напыление было, они такие прям очень круто защищали от солнышка. Если есть, а нет, то ничего, я потом как появится... Что ты найдешь? Откроют торговые центры, тогда я подъеду к вам уже. Сама. Наташа, ну а что ты думаешь, когда закончится карантин? Когда торговые центры откроют? Ну, учитывая то, что если еще месяц будут держать всех на карантине, то необратим будет процесс для бизнесменов, для тех людей, которые непосредственно создали команду и кормили огромный штат людей, да. То есть просто это будет полная опа, потому как аренда висит, все висит, кое-как пытаются люди из своих карманных, так сказать, запасов оплачивать хотя бы минимум какой-то, чтобы держать коллектив, да, я так понимаю. Поэтому я думаю, что учитывая волнение уже есть они, и негодование, да, они уже высказывают и говорят, что готовы выйти на Майдан, то, скорее всего, что частично смягчат уже к концу апреля.
смягчат. Но опять же будет постепенный выход из вот этого карантина. То есть не будет как вот раньше. Да, и все, все опять заработало, все опять, ну, то есть потихоньку уже какие-то будут шаги идти, но я смотрела вчера статистику, для меня это тоже очень волнительно, переживательно, потому что моя семья вообще не работает, ни онлайн, ни офлайн. И я смотрела, что в общем вчера более 9000 было больных, но я не знаю, какая была статистика заболевших в прошлом году. От гриппа. Поэтому мне не с чем сравнивать, я не понимаю. Но на 39 миллионов 9 тысяч это как бы немало. Да. И много выздоровевших. Очень много. На количество заболевших очень много людей, которые выздоровели. То есть не все так драматично, не все так плохо. И для меня это как свет в окошечке. То есть, что это лечится, слава богу, и мы знаем, у нас есть наша общая знакомая, которая тоже был положительный тест на COVID-19, и она выздоровела. Поэтому я думаю, что все будет в ближайшие... Самое главное – мыслить позитивно, самое главное – подниматься рано, да? Самое главное – делать физические нагрузки, хотя бы там самое элементарное, кто не любит тренироваться там прям по-спортивному и профессионально, делаем 1, 2, 3 на носочки. Вот. Самое главное, действительно писать план дня, режим дня, потому что можно так расклеиться, что потом никто вас не соберет. Да, есть такое, ты правильно, Танечка, не если я тебя перебила, но есть такое вот ощущение, что нас хотят сделать в степени вот в этих обстоятельствах еще и слабыми, потому что ну, настолько все нагнетается, нет, чтобы кто-то там вышел и сказал, не просто не волнуйтесь и не паникуйте. Нет, эта фраза неприемлема в данной конкретной ситуации. Нужна любовь. Нужна не просто стандартная фраза «не паникуйте, все будет добре», а надо воодушевляющие выступления. Хорошо, хоть есть Инстаграм, Ютуб, все могут такие люди мотивационные и верящие, так сказать, ну, в то, чтобы все будет хорошо, они могут выступать. Но, опять же, хочется на более широкий загал. И вот чтобы не... Ну, это моя личная догадка, что очень большое количество людей хотят, чтобы они обленили и стали слабыми, ослабели, потому как в этих обстоятельствах хочется полежать, поесть. Это то, что делает вас пассивными. А вы не позволяете кому-то осуществить свои планы. Хорошо? Вы должны самоорганизоваться, самодисциплинироваться. Тем более, вот можно брать пример там Татьяны, у которой работает второй дом, который не останавливается, несмотря на то, что вот пытается все-таки для нас, для граждан, создать такие условия, чтобы мы, несмотря на карантин, могли все равно пользоваться услугами, радовать себя новинками. Привет, привет, всем привет, привет. Будет опять на онлайн-концерт. Вот, поэтому спасибо большое хочу сказать Танечке за то, что инициировала такой прямой эфир, рассказала про новинки сезона. А для нас это очень важно, быть все равно в теме и в тренде. Привет, привет всем. Спасибо. И вам тоже море фонов, идей и лайков, и аплодисментов. Вот. На сегодняшний момент... Будьте здоровы, да. Будьте здоровы. У нас есть внутри масочки. Это Lucky Look, да? Угу. Такой, видишь, такая мода новая. Я думаю, что все выйдут летом на улицу в масках таких девочек там со стразами. Раз, такие. Новые аксессуары. Be healthy, будьте здоровы, да. Наточка, я тебя тоже благодарю за эфир, да, спасибо большое, что поддержала мою инициативу. Жди свой Lucky Box, приедет к тебе твой шопинг, более детально расскажешь своим подписчикам о том, как это происходит. Я надеюсь, для них будет полезно. Ребята, всем спасибо, кто был с нами. Хочу попросить тебя сохранить этот эфир. Ага. Да. Вот наш эфир хочу выложить в Ютубе. Вот, сохрани, пожалуйста, да. А всех, да. всех
благодарим, я от твоего имени. Спасибо, дорогая, спасибо. Поблагодарить, кто участвовал. И не забывайте, что шопинг это очень доступно. То есть несмотря на то, что торговый центр закрыт, вы можете показать себе Lucky Box и порадовать себя. Потому что один момент сегодня отличный день для счастья. Зеркально. Что у меня здесь Таня стоит? Это же ваша тоже. Супер, супер, супер. Хорошо, ребят, все, спасибо. Всех обняла сердцем. Доброго, добрейшего дня всем. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Да. Любите друг друга, самое важное. То есть это основа основ просто, любить. И храни вас Бог. Да, и храни вас Бог. Все, ребят, всем пока. Ватулечка, обнимаю. Обнимаю, Танечка. Пока.